Всем привет, с вами Топси. В этом видео у нас, получается, будет прикол. Сосед меня не должен ловить на капкан. Сейчас видите, пока он меня ловит, капкан. Сейчас я отключу возможность, чтобы он меня ловил. И буду просто пробегать мимо. Видите, бегу. Сейчас побалуемся с соседом. Сейчас посмотрим. Он же мне, в принципе, нормально напугал манекен. Сосед меня же, в принципе, только может на капкан поймать. Если из реального. Ой. Только где он застрял? Сейчас давайте искать его. Пока выпускаю видео, баловство с, так скажем, с читами. Со взломом. Он меня сейчас будет пытаться ловить. Так. Неужто он не слышал, что я здесь в капкан попадаюсь? Прямо слышно, что носится где-то. На второй этаж как-то не хочется подниматься. Но, видимо, придется подразнить. Прикол. Может, мне и сосед ловить не будет? Чё-то ничего не понимаю. А, понятно. Застрял. Как так, ему не повезло. Вынимаем лопату. Этот способ еще не все знают. Попадемся. А, то есть он тоже меня ловить не может. Странно. Прикольно. Меня и сосед поймать не смог. Капкан сейчас поймает. У меня капкан ловит. Сосед, наверное, тоже ожил. Не, сосед не ожил. Надо же, в земле застрял. Ладно, давайте тогда побалуемся, сбегаем, поймаемся. Ой, акула заморожена.
Так, давайте спрячемся от него. Интересно, капкан и сосед одно и то же. То есть, если капкан не ловит, то и сосед не ловит. Так. Все, меня никто не ловит. Так, он уже защитился от меня. Так, здесь все нормально. Но прикольно, что он меня не может поймать. Кстати. Вот вам и прикол, видите? Вы не паритесь. Вы не паритесь ни за что. Кроме вот этого момента. Прикол. Я себе закрыл или нет? Так, ну вот я вылез, может он как-нибудь упадет? Ладно, придется применить тренер. Акула не может поймать. Ловит, но ничего не сделать не может с этим. Неудобно так. Интересно. Все. Дал меня поймать. Ну-ка, опять проверка на капкане. Еще раз. Странно. О. Не, ну это же ведь супер. Играете, играете. Вот так по капканам ходите просто. Меня они не ловят. Интересно будет проверить прохождение игры в этом режиме. Попался, типа. Он телек включает. Давайте пройдем игру. Что получится, интересно? Сможет ли меня поймать тот сосед, который не основной, закрыто?
Вот здесь я тоже ничего не сделал. А он сзади так как-то неинтересно. Не будет двух соседей тогда. Так, попались. Опять проверка. Нет. О, все работает. О, сейчас откроет. И пойдемте проходить игру. Поближе его. Подведу. Максимально близко. Ой, его дверью отодвинуло. Прикол. Буду знать теперь. На него дверь, значит, влияет. Всем спасибо за просмотр. С вами был Топси. Всем пока.